Он показывает моим родственникам, это стыдно перед всеми, потому что ладно я совершил, я сижу за это, а они-то здесь при чем? А вы что совершили-то? Зачем совершаете преступление тогда? Ну, так уж вышло. По всем фактам его преступной деятельности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».